Твери движение автотранспорта по улице Горького возобновлено, но работы по ремонту дороги продолжаются. Подрядная организация еще предстоит завершить демонтаж рельсов на участке порядка 200 метров. Затем будет произведена разборка асфальтового покрытия проезжей части, однако предварительно подрядчик уложит первый слой асфальтобетона на месте, где располагались трамвайные пути, чтобы можно было перезапустить по центральной части дороги транспортные потоки. Новых перекрытий движения на улице Горького в связи с ремонтом в настоящее время не планируется.